Доброе утро. Ну как утро? Ладно, нифига это не утро, 2 часа уже. Но я только проснулась, вот, встала. Тут супер наклейка. Бардак такой. Я встала. Хочу вам показать а-ля смешбук дневник. Не знаю. Много что. В общем, в одной тетрадке. Вот, сейчас. Вчера, кстати, мы ходили в кино. Сейчас сразу возьму зарядку от телефона, чтобы он садится. Вот. Вчера мы ходили в кино. Я выключила свет телефона. На фильм «Gangsta Love». Мы снимали, но вся фигня в том, что все, что мы снимали, удалилось. Так получилось. Вот, сейчас я вам покажу. Вчера ходила у нас бежевая сумка маленькая. И что хочу показать вам. Вы видите, да, это целый билетик, он не оторванный. Потому что мы зашли за, ну, буквально 3 минуты до начала. Фильм, то еще на 19.15 начинался, где 19.13 зашли. Никого не было, спокойно зашли, сели. Я всерьез задалась вопросом, зачем покупать билетики? То есть, вот, открываешь. В принципе, он должен быть вот такой. Это должно у них оставаться. То есть, это просто вам. Главное, что их обратно-то потом не сдашь. Деньги тебе не вернут. Так, это выкину, я не буду его отрывать. Вот. Начала, типа, вести, типа, с мэшбука. Такая вот фигня. Тетрадка. Блокнот. Он на две этих сделан. Как бы здесь две обложки у него. Типа две разные тетради в одной тетради. Прикольно, да? Здесь мое расписание. 4 пары. 3 пары есть. Здесь всякая фигня понаписана. Про калорийность пищи. Это наши с Викой фотки. 10 простых правил жизни. 10 других правил. Чем я занимаюсь целыми днями. Вот здесь написано. Это на матч Хайрат Ордабасы приглашение. Я сходила, видите, оторвано. Это мы с Викой ходили, помните, на концерт по помощи Роме Кобзареву. Так, дальше поставим. Здесь все билетики в кино. Кстати, надо это тоже клеить. Gangsta Love. Оу, я уже погуляла. Время 5:30. Я не снимала, погуляла. Сейчас я... Мне, короче, Руслан прислал запись из стены. Типа, если Катя не Катя, свет не светит, а Люба не любит, значит, Даша всегда молодец. Я на него обиделась. Сейчас покажу, что значит, я делаю. Значит, у них сейчас сосиски. И сейчас это фарш уже купили. Пасхальная глазурь. Сейчас буду сахарить свой кофе. Стевиазид. Натуральный сахарозаменитель. Низкокалорийный. Сейчас я его открою. Так вот. Он такой сыпучий. Все. Вот этого достаточно как 3 ложки сахара. Да, сейчас будет, наверное, сладко. Слишком. Сейчас я убавлю звук. Хотела вам рассказать, какие классные Яндекс.Карты. Я сейчас смотрела там в Алмате какие остановки автобусные, потому что сам город я хорошо знаю, а вот на автобусах я мало ездила, конечно. По-моему, только 3 раза за все, сколько раз я была, там 20 раз была. Вот, я только, по-моему, 1 раз или 2. Или вообще даже не ездила, не помню. 1 раз, по-моему, я ездила на автобусе. Вот, а так я вообще не ездила. Вот, и хочу рассказать сейчас, начала смотреть, какие там маршруты автобусов есть. И хотела посмотреть какие-нибудь карты, где... У меня голова жгрязна. Где... ну, есть карты. Где есть остановки автобусов, названия автобусов. И знаете, я скачала Яндекс Мэпс. Вот. И там есть все остановки метро. Но, правда, в Алмате немного остановок, честно говоря. Метро вообще... Что-то они так... Столько лет строили. Сколько мне лет, столько не строили. Вот. И... Что-то так мало. Ну, там проектируют много, но запустили только одну линию, одну ветку. На ней всего там 10 или 12 станций. Мало-мало очень. Ничего страшного, меня они еще откроют. Планируют еще 2 ветки открывать. Вот. Ну, собственно, что я хотела сказать. В Яндекс.Картах, Яндекс.Мэпс,
Есть все автобусные остановки, там можно прогуляться по улицам. Вот, я, в принципе, посмотрела. Планируем ехать числа 25 апреля. Вот. Я не знаю, рассказывала вчера. А, ну, это, кстати, уже следующий день. Рассказывала вчера вам тайну или нет, но расскажу сегодня еще раз. Я хочу поехать в Алматы. Если Вику мама отпустит, то мы поедем. Вот. Да, я говорила, я вспомнила. Знаете, что маршруты общественного транспорта в Алмате есть, а в Шымкенте нет? Мы сейчас с Артуром находимся на кладбище, убираемся на могилках. Не буду показывать, вот сзади кладбище. Вот. Мы сейчас на могилках убираемся, потому что сегодня чистый четверг. Пасха будет скоро, воскресенье, на этой неделе уже. Там пекут куличи. Приедем домой, я все покажу. Короче, мы уже на заправке, вот заправка. Интересно. Вот где тренажерный зал, как говорится. Бесплатный. Я еще уже две поесть. Недели не посещаю. Ну вот тебе, видишь, за две недели. Куда ты столько кофе? Три. Наверное, да. Погода солнечная, дома тут. Да. Нормально. А кому нет? Да потом ключи пойдем. У меня капучино. Я смотрю, притворно. Все, пускай. Не знаю, видно, нет, не отсвечивает. Перес, корова. Поскакала. Как мы лучше вытаскиваем? Вот, давай для капучино. Я сейчас как свернется, это погибли. Там Артур, дяди, пытаются снять капельку. Спустили, откачали вот это и решили так и оставить. А, не солею. У меня тот старый есть. Я этот тот. Да, он такой, допустим, да? Когда газуешь, так шик раздувается и вот разорвало. Вот как глушитель разорвало. Маша, ну, спасибо. Беж. Маш. Я, конечно, ем бешбармак, но там тесто. 600 грамм, что? Тут на 8 тысяч. Нават. Молодой чек. 900. Возьмите. Там дыня с сушеной косичкой. Это яблоки, это дыня. Это дыня. Ваш, помните, не надо. 600 грамм, что? Тут на 8 тысяч. Ладно, что мы надо сказать? Как я должна буду? Нават, молодой чек. 900. Возьмите. Там дыня с сушеной косичкой. Это яблоки, это дыня. Это дыня. Ваш пункт. Кто из Шымкента, ответьте. У нас говорят у всех путеводителей, что есть восточный базар. Какой из базаров восточный? Сейчас, допустим, на Энера. Кажется, что это либо Айна, либо Верхний. А, вот, полки. Я вам не показала коронную нашу доставку при входе в Фирхан. Забыла. Вот. 46 это от шкафчика дают такой, короче, там такая ну, типа столик закрывают эти шкафчики, там нельзя заходить, вообще сам выложить, дают такой номерок огромный на зеленый ногти. Я вкусно открываю себе для шампуня, для нормальных и склонных жирности волос, бальзам тоже и пшикалка. Мне просто эти нравятся, бутылочки, смотрите, новинка. Вот, взяли 5 штук. Спасибо за просмотр, всем пока!